Приветствую вас, друзья! Благодарю, что вы со мной. И огромное вам спасибо за поддержку. Вот такой вот самый простой рецепт от бессонницы. Причем это вот, ну, наверное, самый эффективный народный метод, который прям, ну, очень быстро помогает уснуть. И это проверенный метод, но почему-то многие этим пренебрегают. Что для этого нужно? Я не буду сейчас говорить о пользе сна. Много уже об этом говорили и везде об этом пишут. Все мы прекрасно знаем, что здоровый сон, он восстанавливает силы, укрепляет здоровье и так далее. Очень полезно. Но пару слов вот о причинах бессонницы скажу. Вот на разных умных ресурсах таких пишут, что, ну, там мелатонин, вот гормон сна, его не хватает. Поэтому человек не может уснуть, не может выработать этот гормон, как бы. Все это понятно, но надо проще. Вы никогда не думаете о мелатонине, когда не можете уснуть. Вы просто думаете о том, как бы быстрее заснуть, как там прогнать мысли ненужные, эту бессонницу прогнать. Вот причина бессонницы, она в основном в том, что вы погружены в какой-то определенный сюжет. То есть ваши мысли где-то в каких-то делах, может быть. Что-то у вас не получается. Какие-то проблемы, которые вас не отпускают, вы об этом думаете. Пытаетесь эти мысли прогнать, но поскольку мозг настроен на это, он продолжает по инерции вам это заново преподносить. Может быть, переживаете о чем-то сильно. И вот эти мысли, они создают такой как бы заряд бодрости для тела. И, естественно, никакого сна нет. Может быть, даже не то, что переживаете, может, какое-то радостное событие даже у вас состоится там на следующий день, например, там свадьба, там день рождения, может быть, развод даже, тоже может быть радостное событие. По крайней мере, для одного человека точно может быть это радостным событием. Но, в общем, вы погружены вот в какой-то сюжет и не можете от этого избавиться. Гоните мысли, но разум устроен так, что сколько бы мыслей вы не прогоняли от себя, он все равно вам будет это преподносить. Так вот, что нужно сделать? Нужно погрузиться в другой сюжет. Очень просто. Возьмите книжку и почитайте. Но не какую-то там любую книжку. Не берите там, где какие-то погони, там убийства, какие-то детектив какой-то. Возьмите книжку с таким простым, ровным сюжетом. Какую-то романтическую, может быть, книжку. Почитайте 5 минут. И вы очень быстро уснете, потому что ваш разум, он включится совершенно в иной сюжет, в спокойный, и произойдет вот расслабление, и произойдет вот выброс этого, так скажем, ну, мелатонина, вот этого гормона, о котором пишут эти умные сайты. Это произойдет независимо от того, вот, насколько вы об этом думаете. Просто погрузитесь в этот сюжет, а книжка позволит это сделать. Вот такой вот проверенный способ. Многие этим, кстати, уже успешно пользуются. И еще, друзья, если вы будете мыть голову, вот не так, как вы моете обычно ее, а немножко другим способом, то у вас уйдут некоторые болезни, и сама голова, она будет намного, скажем так, светлее, и значительно улучшится память. Обязательно посмотрите видео, которое сейчас во всплывающем окне. Там все подробности. Благодарю вас за внимание.